Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалмы, 23, стих 4. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу? Наверное. Я должен признаться, Аджай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? О моей отвратительной прошлой работе? Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Керат. Искорени их. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Ясно. И созовет он друзей, соседей, скажет он: порадуйтесь вместе со мною, ибо я нашел потерянную овцу.
Спасибо, что включили радио. Привет, привет. Люблю такие сделки. В следующий раз. Помогите!
У меня не было там на стоянке. Этот парень должно быть настоящий зверь. Попасть бы внутрь, разобраться с нашим, поотрывать ему ноги. Знает, что их не укроет, дорогая Ванго.
слушаете радио «Свободный Тират», и с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Тирату. Ну да, круто, большие парни уделывают детишек. Аджай, имеющий уши да услышит. Откровение. 13:9. Я готовлюсь к проповеди. Да, впечатляет. И ужаснется мир, и узрит дела Господни, и удивится делам его. А для тебя еще одна заблудшая овца. Найди, проследи и принеси, что найдешь. Пираты, с вами Раби Райрана. Друг...
Меня не заденешь! Меня не убьешь!